То ли аномальная жара в Ленинградской области, солнце голову припекло, то ли аура у детских площадок какая-то явно непростая, делает свои темные дела. Не успели забыть скандал жука «Балтийская жемчужина», там бабушка выгоняла с детских каруселей детей-инвалидов, потому что они пугают ее внучку, как у нас новая дамская битва. Теперь в Мурино у ЖК «Эллен» две женщины устроили потасовку из-за коляски на газоне. Обе в слезах написали заявление в полицию. «Я уже дома. Сейчас поеду снимать попой, потому что участковый так и не доехал». Досталась и не шахматовой 19 июля от женщины в белом, а все потому, что она посмела оставить детскую коляску на газоне, пока гуляла с детьми. «У меня от платья остались одни воспоминания, у меня разбита губа, ноготь он выдран, кучу болит. Самое обидное, что такие ебанутые женщины ходят по двору и считают, что они власть имущие». Хозяйке двора, блонди в белом, тоже досталось. Женщина даже после драки продолжила оскорблять оппонентку. Претензии просты. На кусок дворовой земли имеют право ступать только те, кто за нее заплатил. Чужакам здесь не место. «Ты, тварь, напала на меня первая. Вы брали мою коляску. За то, смотрите, что я вы вырвали мне ноготь мяса. Вы разорвали мне одежду. Ага, а вы мне разорвали одежду». Только когда местная осмотрительница узнала, что мать детьми пришла в гости к жителям этого ЖК, и на территории которого стоит детская площадка не случайная посетительница, немного поубавила свой пыл. «Решение. Мы пришли первое на территорию нашего дома, не живя Они здесь. Пришли к нам, мы живем здесь. Мы пришли в гости. Вы соседины к кому конкретно?» «Ко мне конкретно». «В какой вы квартире живете?» «4113. Отлично. Почему вы не следите, что они ставят на газоны коляски?» «Почему нельзя ставить? Представьте, вы нанесли мне травму, не нужно вы нанесли мне травму». Очень жаль, что свидетелями этого испанского стыда становятся дети.